Ну что, друзья, приветствую всех любителей четвертой Европки. Мы с вами продолжаем играть, за нашу Великобританию. И что у нас, на повесточке дня? Возможно, кто-то не помнит, а я вам расскажу и напомню, если кто-то не помнит. У нас просто триллиард восстаний, которые мы просто обязаны подавить. У нас почему-то не формируется автономия, и нас Москва втянула в какую-то неимоверную войну, которая нам не нужна. Австрия, Речь Посполитая, что самое страшное. Ну, Дания тут, конечно, все дела. Я надеюсь, Франция наша, как униатр, справится с этим. А как он справится, если у них мы их недавно перекрестили в англиканство, теперь все уже. Ну да, здорово. Короче, придется нам, наверное, делать грязь в соло, да? Москва, ты, надеюсь, все справишься. Тут почему я согласился вообще? Речь Посполитая воюет с Османом, а Осман, дай боже, мы все знаем, кто такой Осман. Осман сейчас не самый слабый, хочу вам сказать. Так что rest in peace. Короче, мы будем, в общем-то, как-нибудь живенько так подавлять восстание. Вот чем сейчас будем мы с вами заниматься. Я, наверное, даже это... Ну как, а как иначе? Я это повырезаю все. Против нас даже коалиция собирается. Мое почти... Оу! Аргентина, привет, Аргентина. А, все-таки да, все-таки это был баг, и сейчас все как бы раз и все хорошо. Колонии компании, в принципе, она может колонить сюда, да? Дальше на север. Давайте, самоуправляющая колония. Кстати, а бот может подумать то, что мы слабые, как бы из-за того, что мы якобы воюем, и напасть на нас к 100 вообще на изи, да? Но это из-за того, что я с Голландией там за торговые точки повоевал. Но она не должна быть сильной коалицией. В теории, да? Ну да, тут вот, пожалуйста, вот этот кусочек, да, вот тут Лотарингия. Если так подумать, Кастилия, у нас есть перемирие, да, у нас, по-моему, есть перемирие с Кастилией до 10-го года. Тю, она точно не вступится. Она скорее распадется, вот то, что тут есть. Кто еще может вступиться? Бенгалия не может, Килва не может. На что вы надеетесь, друзья? Ну вот, пожалуйста, перезапустил игру сразу. Некоторые баги прошли, некоторые, появились. Так, никаких заданий на колонизацию у нас нету, вроде как заданий именно, да? Да вроде нет, мы можем колонить что угодно. Гренландия колонится потихонечку. Францию присоединить, по-моему, в 16-м году, 616-м это. Да, тут Ганза, тут Индия, берег Индии. Ну да, ничего такого нам особо не нужно, ну хорошо. А, кстати, Аргентина-то, она вообще, колонит где попало, получается. Ну да, где попало, ну ладно, чё. О, Бразилия, так, что самоуправляющийся, наверное, да, ну будет же колонить. Хотя, что тут колонить-то особо. Ладно, пускай, если что, потом поменяем. Вот у нас и Бразилия, сколько у нас автономии? Колониальных, извините, вот столько все. Вот они, слева направо. Итак, более-менее разобрались со всем этим. Как у нас там дела в Европе? Европа, горит в огне, просто все в огнях, кстати. К нам что-то там передали под оккупацию. Спасибо большое. Хоть не крепости, за крепости, которые под оккупацией, ты платишь, по-моему, за их содержание. По-моему, так это работает, да. Так, нужно разобраться с армиями. Что-то я тут вижу 26 тысяч, да, и эти 26 тысяч не откололись от кого-то там, а они изначально были. То есть какие-то у нас неполадки с армиями, это все нужно будет порешать, да. Лимитик у нас особо нету, а то есть денежки. Ну, это ладно. И нужно пойти что-нибудь там захватить. Что захватывать? Что у нас по торговле, кстати? Мы с доброй воли все хорошо. Да как оно? Надежды, конечно. Вот тут бы немножечко пооккупировать. Ну, берег слоновой кости у Конго, допустим, да? Вот это забрать. И тогда уже будет хорошо, я думаю. Вот. А потом что? Потом, наверное, уже Индия, Карамандел. Лучше, конечно, Карамандел, но на него у нас и нет особо претензий. Ну, есть, конечно, претензии, но не особо обширные. Как-то торговые точечки бы пособирать, да? А тут Виджинагар один. А мы на него не сможем через Деусульт напасть. А зато с Бенгалией у нас закончилось перемирие. Вот на него мы и накинемся, пожалуй, да? Карту бы Индии бы открыть побольше. Я думаю, это не проблемис, правильно? Кто мне может карту? Подожди, у нас тут рядышком нету флота. Да, а мы восстание вообще все победили, простите. Ну, кто-то еще сейчас восстанет. Ну, вроде как, более-менее все, да. Лимит управления у нас превышен. Очень печально, это кста. Что, домики на это построим? Да давайте, что. Эпоха абсолютизма нам обещается, по-моему, спустя 10 лет после появления этого. Глобальной торговли. А где это читал? А, 120 месяцев. Ну да, 10 лет. Ну, считай, да. Через 8 лет уже, да, абсолютизм будет у нас. Доходы у нас просто сумасшедшие. Просто сумасшедшие. 150 монет. Угу. Поэтому нам нужно иметь советников всех третьего уровня, да? Ну, два из них, по крайней мере, уже. Да нам и очков-то особо-то и не нужно. По технологиям мы все хорошо. Здесь идеи, можно очки тратить на изи, да? Так, что у нас по армии? Армия у нас все еще такая скромная, да? Две полуударочки, две подмоги. Их нужно направить, наверное, нам на суда. Ну да, что еще делать? Проделать дорожечку до Виджинагара и уже с ним завоевать конкретно. Агрессивочка только у Бенгалии, причем не самое ужасное. Никаких проблем со вражескими войсками нет, это тоже хорошо. Кстати, мы выполнили задание на Гренландию. Пожалуйста, где оно? Вот оно.
Производство плюс. Кстати, производство это хорошо, но чё производство? Рыбы и рыбы. Да, где-то я видел такой прикол, что в Гренландии спавнились этим. В качестве товара не рыба, а слоновья кость. Вот это я понимаю, рофил. Но золота там, наверное, не может быть. Не знаю, вообще страшно будет нападать так. Наверное, нет, 14 тех. У нас 16. Отставание в 2 тех. В принципе, мы и в прошлый раз около того воевали, да? Ну, может, в 3 тех отставал от нас Бенгалия, да? Тут еще Дели и Синд, которые мы не видим. Кстати, мы же можем это... Ага, это как оно в регионах. Декан. Я сейчас к декану подведу флот. И с нами добрые страны поделятся. Правильно? Супер восстание. Ну, Франция не лояльна к нам, она ничего не подавит. Да. Так, декан есть. Ну и западная что-то там еще. Западная Индия, да-да-да. Пожалуйста, западная Индия. Вот она Дели, вот она... О, 78 тысяч. Вот он Синд. Синд послабее будет. Ну, не знаю, не знаю. Ну ладно, давайте привезем нашу подмогу пехотную. Хотя сначала эту подмогу пехотную в Европу подавить восстание, а потом уже подвезем в Индию. А, кстати, зачем кого-то подвозить в Индию? Ну, в самом деле, так, ищем неразвитые провинции. Пожалуйста, 3 прокачечки. Француз, жги. Ты же будешь жечь, француз? Да-да-да, сразу пошел. Как приятно. Он, кстати, и высаживаться умеет, вообще все. Он сейчас на войну с Речью Посполитой пойдет. Кстати, Виджинагара нас хорошо думает. Я бы с ним засоюзился, если бы не кое-что. Если бы не претензии наши на них. И на Малю у нас, в принципе, есть претензии. Давайте-ка с Дели, да? Вот хорошо союзиться со странами здешними, если у нас тут экспансия, потому что если мы с ними засоюзились, у нас не будет с ними коалиции. Это плюс. Не, ну с нашими обширными претензиями нам, конечно, палец в рот не клади. Я Дели никак быстро, да, из союза не выведу. Я бы как сделал? Вывел Дели из войны, разорвал союз с Бенгалией. Ну, как, если я не вижу, как бы, как к ним пройти. Подожди, а может и можно? Хиндустан, можем ли? Эч, красиво. Получается, тогда я сейчас пойду не только на Бенгалию, а на Дели, выведу из войны. Главное, чтобы ивентов на разграбление города, всяких вот этих гадких, не было. Заключая с ними союз, живу, в общем-то, здорово. Итак, один генерал на осаду, другой генерал на битву. На осаду ставится, в общем-то, на осаду, а на битву подстраховывает. Если что, вводим сюда, значит, вместо битвы сражаемся, если не получается, подмогу. Вот такая у меня тактика. В целом, я готов. Воюем за священную войну, союзнички никакие нам не нужны, скорость меньше, поехали. Мы, кстати, даже можем все наши претензии забрать у Бенгалии, да? А, это, конечно, по агрессивке немножечко, ну, Бенгалия, Мальва,
Голландия, Дели, блин, мы с ними союз хотели. А сейчас уже никак, потому что мы воюем, да? Не, ну это грустно, это грустно. Да, эта коалиция прям неприятна, прям неприятна. Ну ладно, она спадет, у нас эта коалиция, ну, подвушечки, нет, у нас советник, у нас не подвушечки она спадает по 2,8, да? А получается, ну где-то 25 лет нам чилить нужно будет тут, да? Да много, это много. О, Остинская компания, мое почтение. Так, они согласны. Так, смотрим, что сейчас будет. Возможно, мы успеем до того, как бот оклемается, и все будет хорошо, и у нас будет союзик. Но я в этом очень сильно сомневаюсь, на самом деле. H, Индия, в общем-то. Угу, мое почтение, снимаю шляпу. И нет, они успели, подожди. Ну да-да-да, успели оклематься. Ну да. Союза пока нам тут... О, Виджинагар, да. Да-да. У нас на тебя претензии, Виджинагар. Никакие союзы, в общем-то, не светят. Итак, у нас развитие 1700. Зря я вот не замерил, что было до 100. И все это в торговую компанию. Да, неплохо. Так, ладно, мы собрались тут в основном ради чего? Ради того, чтобы повыполнять задание. Повыполнять задание... У нас вообще не уверен, есть ли задания хоть какие-то в Индии. А вы есть вообще задания? Где началась вообще Индия? Вот Индия, да? Берег Индии, во. Берег Индии, вот он, да. А тут северный, что такое? Вот это северная Индия считается. И внутренняя еще Индия есть. Тю, один. А нет, не одна провинция тут вот еще есть. Да, выполнение заданий из-за Британии становится все скучнее и скучнее, я могу сказать. Что тут Генуя нам нужна, да? А после Генуи, вот, пожалуйста, я так понимаю, на всю Сардинию, да? А не Кипр. А, островочки себе забрать, в общем смысл. Осман, ой-ой-ой, мамлюк. Ну, мамлюк не страшно, но осман, мое почтение. Ладно, лимитика у нас нету, я так полагаю, да? Ну какой-то, ну нет, не хватит. Сейчас тут мега-восстание нам тут обещают наверняка, да? Ну да, как же еще? Я думаю, может заботиться вторым флотом нашим. Тоже с транспортами, тоже с линкорчиками. Часть транспортов можно, чтобы 60 тут осталось, да, у нас же 30 сейчас лимитик, да? Да, чтобы 60 осталось, отправить в Европу, то есть вот этот флот у нас останется тут, да, и посмотреть по лимиту этому. 45, сколько же это? 15, что ли, да? 15. И вот. И все эти, ну, остаток, чтобы осталось 16, учитывая наш флагман, все вот это вот направить в Европу, добить, и тут будет мегафлот с транспортами, и тут будет мегафлот с транспортами. Двойной, ага, понятно. О, лимит управления, мое почтение, нужно, господи, как-нибудь им воспользоваться грамотно. Мы, кстати, можем университет строить, а знаете, что это значит? Значит, мы можем выполнить задание на университет. Как он тут? Оксбридж, вот. Нужно два университета, по-моему, поставить, да? И, ну да, да, все верно. Как я думаю, наверное, пехотку мы оставим здесь чилить, потому что Индия это прям... Хотя тут есть одна пехотка, да? Даже, ну да, одна. Одну пехотку оставим чилить. Наверное, перевалочная база вот это у нас будет, да? От нее примерно одинаково можно до сюда добраться. Хотя у нас восстание. Вот сейчас мы туда и направимся. Договорил, не договорил. Пехотная армия будет в Индии стоять, потому что это пока что, как кажется, не сильно крупный, но крупная колония. И постоянный гарнизон тут точно не помешает. А вот, пожалуйста, вот и восстание. Ну, такие будут тут часто, я так понимаю. Какое-то задание, боже мой, сколько восстаний выполнили. А, Оксбридж, ага. Мануфактурки. Просвещение. Нужно получить просвещение еще. Ну, до него мы вряд ли доживем. О, абсолютизм, мое почтение. Так, о господи, самое время поотменять привилегии. Правильно? Правильно. Как бы мне это сделать так? Ну, тут некоторые уже отменил. Теперь нам нужно над этим работать. А жестокое обращение наверняка нам поможет, да? Автономии, там все дела. О боже, мы эти восстания будем бесконечно подавлять, я вам говорю. Уже скоро и арагонские эти сепаратисты добьются своего. Так, что я хотел? Я тут дождусь транспортники, да?
до 30-очки. Правильно? А, блин. Ну ладно, и этих наемничков хотел нанять, чтобы подавить. А нам уже тут и не хватит наемничков. Тут такое у них, да. По количеству не хватит. Ну, ровно 30, разве что, да. Кстати, Арагон-то очень близок. 4 месяца всего-навсего, алло. Да, когда тут у нас кораблик достроится? Кораблик достроится 2 апреля. Чего? Апреля 2? Да, мы так долго не это. Угу. Блин, неужели мы просто по тупости потеряем провинцию целую, за которую я воевал? Угу. Ну, я не успею уже 100%. Уже 100% я не успею. Хотя, если мы... А сколько нанимается обычная пехота? Она нанимается декабрь. Октябрь, ноябрь, декабрь, да? Ну, чуть больше. Ой, все равно, мне кажется, не успеем. А наемников с маленьким количеством солдат нету. Только от 30. Итак, успеваем или нет? Уже высадка пошла. И в любой момент. Ха! И да, мы не успели. Ага, супер, огонь. Лайк, Луцк. Ай, ну что вам сказать, ну да, но так получилось. А, у нас у торговцев был один транспорт, то, что нам нужно было, да? Победа была так близка, хе-хе, блин. Ну ладно, я особо не расстраиваюсь. Я особо не расстраиваюсь, потому что я подумываю уже новую партию начать, потому что, ну, честно вам скажу, супер скучная игра сейчас. Вот супер скучно. Не то, что там смотреть весело, не весело, там что-то чисто для себя играть максимально уныло. Ну ладно, у нас тут еще полчаса записи, нужно придумать чем-то заняться. Например, подавлять бесконечные восстания в Мексике штук. Вот если не преувеличить, 9 было восстаний там вот, в ближайшие там 3 года. 9 восстаний постоянных, да? Причем они не просто здесь, а еще там, а тут нет у нас прохода. Так право прохода можем попросить, да? Ну да, вроде можем. Но все как бы печально, вы понимаете. Вот, пожалуйста, еще 2 восстания. Вот о чем я вам говорил. Автономия на такую страну, на в общем, учитывая то, что у нее золото есть. Кстати, мне ни разу или приходил мне золотой флот, что-то я не помню. Они не могут нанять себе 10 тысяч. Вот не могут они нанять себе. Ну вот. Вот так вот. Может, лимиты там сильно режутся, или бот такой, или, может, с деньгами проблем. Я тут вроде выплачивал им что-то. Как-то Мексика британская, да? Ну, пожалуйста, золото капает. Дикие минуса у тебя? Да, на изи, вот поправили. А у них и так минуса очень дикие. Займов у них очень много, да? Проценты по займам 2, а доход 3. Вот это я понимаю. Пожалуйста, еще одно восстание. Ну, это, в общем, горящая земля. Тут никогда спокойно не бывает. Еще одно восстание. Вот просто в тот момент, когда я говорил. Пожалуйста. Кстати, голландские сепаратисты. Я вот прошляпил их, да. Мне это не все. У меня еще есть сепаратисты всякие. А я этого, кстати говоря, и не замечаю, потому что у меня доход просто высочайший, да? То, что у нас торговую точку оккупировали нашу родную, тю, я вообще не замечаю этого. Торговля не упала ни на капельку. Кстати, Синт хочет союз. Ну, давайте Синт, наверное, возьмем в союз, да? Это же, ну, оно очень слабенько по сравнению со всеми, да? Но, ну да, но это в этом регионе. Давайте. Лишняя дипсвязь я на право прохода принимал. Тут вообще плевать на это право прохода. Тут это будет до бесконечности восстание. Давайте отменим. Синт, давай дружить, а? Ну, давай. Ну, да, давайте, давайте, давайте. Причем, знаете что? У меня вот пехотка и полударочка есть, да? Можно сделать супер грязь. Очень такую, ну, подлую, да? Пойти воевать с Виджаянагара. Ну, и так у нас коалиция. Вот в нормальной бы игре я бы переждал бы, наверное, либо очень скромно бы брал. Но так как, считай, ну, хочется уже новую партию начать, да то же самое, что и с Богемией было. У нас там, что там, считай, почти всю Анатолию отобрали у нас, да? Плевать абсолютно, даже ни капельки не расстроимся. Не знаю, хватит ли нам этого. Наверное, мы возьмем себе сразу наемничку. Рекруты только что повысил я. Мое почтение. Просто лень кого-то сюда возить. Понимаете? Абсолютно самый ленивейший геймплей. Итак, Виджаянагар. Угу. А, кстати, у Франции по заданиям претензии есть. Так вот, священная война, Виджаянагар. У тебя отставание по техам в наличии? В наличии. Ой, то, что мы любим. У нас, кстати, так-то 17-й должен быть. Я тут трачу военные очки, бог знает на что. Это, кстати, полезный. А, хотя, мощь натиска кавалерии, ну да. Короче, поехали. Священная война. Сейчас нам этот дипломат придет. Ну и все. Что? Ну да, правильно, поехали.
О, Пиратская Республика. Чего? New Providence. New Providence. Что такое New Providence? Вот это? Нет, это Багамы. Багамы. Да, Багамы. Тю, я это помню. Помню этот ивент, это событие. Да, поэтому я не очень стремился у испанца, когда мог забирать Багамы. Я еще не помнил, вот здесь оно появляется или вот здесь. И не брал эти островочки, да? И вот, пожалуйста. Причем, что самое странное, Франция, это же ее колония была. Франция не имеет претензий на эту колонию. Почему так сделано? Не знаю. Ну, в принципе, за нее можно начать играть. Хотя такой год игры, то за одно провинчие, то государство, когда у тебя вот что есть, это не очень хорошо садится играть, да? Кстати, вот в таком формате, когда нам вообще нечего делать, у нас миллиард ресурсов, мы ничем не ограничены, можно себя потренировать, знаете, в чем? В искусстве покраса мира. Нам, конечно, хотелось бы хоть раз в жизни-то за игру, за какую-нибудь страну покрасить мир в целом. Где у нас там, пожалуйста, Рюкю вроде здесь находится, да? Три горы, в общем-то, сами себя не выполнят. И поэтому вот, это так, из разряда смешнявок. Вот, и получается, что, все наши претензии плюс три торговые точки, понимаете? И они будут соединены между собой. Агрессивочка выше крыши. Бенгаль, ну, ко всему как этому присоединяется вот эта новообретенная, в общем-то, независимость. Чего сказал? Страна, короче, новенькая. Виджанагар, да и все. Ну да, кстати, не такая уж и страшная агрессивка. Че это тут распереживался? Ну ладно, плевать. Только Виджанагар плюс и все. Опять же, Синду. Плевать, я так понимаю. Потому что он наш союзник. Да. Эч, красиво, красиво. Подождите, что красиво-то не видно? Вот теперь красиво. Эх, мое почтение. Вот и берег Индии. Новые претензии. Претензии. Ну вот, пожалуйста, сюда претензии. Сюда, по-моему, претензии. Это старые. Получили нового торговца себе. О, боже мой, столько торговцев. Кошмар. Ну вот, и на этом бы я уже, наверное, и закончил. Что могу сказать, друзья? Давайте чисто для разнообразия. В Европе мы ничего не меняли по устоявшимся, значит, традициям. И эти устоявшиеся традиции не выполнились, не сработали. Да и плевать. В общем, давайте на этом. Что я могу сказать? Вы, наверное, уже можете начинать писать, за какие страны играть следующие. Да, чисто голосование, как обычно, сообщество устроим. Наверное, на время этого голосования денечек, чтобы прошел, мы с вами, в общем-то, будем вынуждены за Британию еще разочек сыграть. Видимо, так будет, да? Еще одну серийку чисто покрасить мир немножечко. Вот, про монголов я помню. Это, наверное, все, что я хотел сказать. Кроме прощания. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик. И на этом на сегодня, в общем-то, и все. Всем спасибо, что были, всем спасибо, что смотрели. Как-то так.